недалеко от северного комплекса Монтань, вот с птичкой. Видите, это огромный комплекс, огни переливаются. Вот чуть-чуть дальше от моря, на другой стороне, открылся магазин продуктов. Вот, раньше все ходили в магазин Moonmilk, но со временем, в общем, начались какие-то вопросы. Вы знаете, вот во фрешоп я зашла, мне понравилось, во-первых, что он работает 24 часа 7 дней в неделю. Это 24 часа в сутки можно купить еду. А во-вторых, я не буду останавливаться сейчас, фиксироваться на алкоголе. Я остановлюсь здесь на том, что можно, ну, в общем, на самом деле купить либо... Я даже не знаю, где можно это купить. Вот, посмотрите, цены на колбасы. Вот, вот с такими ценами... О, окей. Вот с такими ценами на колбасы, я думаю, что просьба привезти колбаски из России уже не актуальна. Все, в принципе, теперь есть в Нячанге. Ой, Бахрушин. История качества. Варено-копченая колбаса. Я не видела такой колбасы здесь ни в одном магазине. Вот, Монреаль. Ливрейская. Вот такие цены. Ау! Сори. Так, это я тут. Бастурма. В общем, как говорится, все такое вкусное. Сосиски нормальные. Сосиски, а не только то, что называется суксик. Вот, 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 вот. Вот сосиски, которые... которые с мясом. Вот, потому что вьетнамские сосиски обладают непонятными мне немного качествами. Вот, но тут есть мясо, бекон, еще сосиски, паштет бри. Масло Баттега Зилачи. Оп. В общем, очень приличное масло. Слушайте, чего тут только нет? Так, я пошла изучать, мне все интересно. Сейчас я свою нос в холодильник, ура. Да, кстати, мясо разбирают здесь. Это просто куроноги. Масло. О, копченый сыр косичка. Тоже тут есть. Сыр бри. Только нет. Здесь есть. Для тех, кто любит такую вот зеленую чечевицу. Днем с огнем не найдешь. Вот. Можно купить просто яиц перепелиных свежих. Багетики. Хорошие. 9 донгов багет. Вот такой 15 большой. Хлеб. Булочки. Еще хлеб. О, кондитерская патиссерия. Моей любимой кондитерской. Хорошая кондитерская. Находится где отель Starlet. Но, видите, в хороших местах продукция продается. Такой вот хлеб чиабатта. Яйца. Еще яйца. Еще хлеб. Что дальше? Пойду совать нос дальше по холодильнику. Холодильник с пивом разбирают. А вот масло. О, нет, сыры. Сант Нектар Лайтер. Так. Гауда. Сыр с травами. Эван. Мягкий белый сыр. Слушайте, сыров много. Я тут прям заблудилась в сырах. Гауда. Д.
всегда ремонт. Кремовый сыр. Такие вполне доступные цены. Молоко, йогурты, булочки, йогурты, еще йогурты. Молочная продукция. Далладское молоко. Вот, кстати, это молоко очень вкусное. Обращайте внимание, non-sugar, это без сахара. Оно же Kong-Dong. Обращайте внимание на эту надпись. Это молоко без сахара. Кстати, я сладкого тут и не вижу. Вот. Вот тоже йогурт без сахара. Бывает такой же с сахаром. Есть написано Kong-Dong. Это с сахаром. Сахар мне не нравится. Он мало кому из нас нравится. Кимчи в разных вариациях. И, боже, опять мясо. Я суну нос в холодильник. О, слушайте, это все очень здорово. А цена? 2 килограмма на весовое. Ну, есть и копченые. О, грибы. 35 донгов. Шампиньончики. Ура. Шоколадные черри. Еще грибы. В общем, мне пока все нравится. Грибы по 35 донгов упаковка. Так. Овощи. Виноград. Манго. Потому что, правда, неохота лезть в холодильник еще раз. Вон 13 донгов фасоль. 8 донгов укроп. Укроп шикарный. Так. Салатики. Перчики. Что еще есть? Ну, как обычно. О, макароны. Пенная Барилла. Очень приятные такие макарошки. Итальянские. Майонезы. О! Вот они. Вкусные соусы. Горчица. Еще горчица. О, цветная лапша. Хорошая лапша. Вот это считается для рамена. Да, для фо тоже бывает разная лапша. Баночки с макрелью, тунцом. Так, ну, чипсы неинтересны. О, оливковое масло. Испанское. Оливки черные. Здорово. Оливки зеленые. Каперсы. Ой, огурчики. Фрагата. Вот они, микроогурчики. Томаты в собственном соку. Сколько стоит? Хочу. Они мне нравятся. Цену не знаю, наверное. А, вот они. 72 донга. Фасоли полно. Чаи. Во! Вот где чай. Чай, который в пакетиках, к которому привыкли. Персиковый, мятный, дильма. Earl Grey с бергамотом. 100 донгов. Бог с ним. Что, 100 донгов? Да. Я такое люблю. Ну, про этот кофе. Растворимый кофе. Перчики. Сахар. Еще перец молотый. Просто масло. Что-то есть. Ну, чипсы проезжаем. Ой, это кто? Дуриановое пралине? Круто. Сколько живу, я дуриановое пралине еще не видела. Так, с учетом, что сейчас тет. Так, о, алкоголь. Посмотрим. Меня часто спрашивают о ценах на алкоголь. Чивас.